конечно, яростное желание жизни, воля, это мужество. Эти ребята – пример для всех нас. Вряд ли в такие девственные места можно дойти по удобному шоссе. Наверняка туда ведет каменистая горная тропа, может быть, никакой тропы нет вовсе. Это фотографии, сделанные в труднодоступных уголках нашей страны, сделанные на природе, показывающие совершенно особенное, уникальное видение каждого из авторов. Вы увидите сами, насколько они не похожи друг на друга и не похожи на все, что вы видели до сих пор. Те места, которые мы выбрали для проекта, это субтропический каньон на Кавказе и лед Байкала. Это, в общем, очень непростые места. Это скользкие скалы, хмурый лес, очень большие уклоны горные. Даже обычному человеку не очень просто спуститься. А второе место – лед Байкала. Это Восточная Сибирь, это морозы, там минус 20, минус 30. Это ветер, это лед. Это торосы, это скалы. И находиться целый день на том же льду, скользком, среди торосов, это тоже очень непросто. Обучение фотографии дает детям расширение кругозора. Помимо каких-то технических вопросов, самой важной нашей задачей является научить детей видеть. Видеть мир по-новому, открывать его для себя, для других. И для многих детей фотография является средством самовыражения. В это время года горные тропы становятся сложнопроходимыми даже для опытных взрослых мужчин, не говоря уже о подростках, которые с нами прошли весь этот маршрут. Местами действительно просто опасный. Я, честно говоря, нахожусь под большим впечатлением от самих фотографий, потому что это, в общем, фотографии абсолютно профессиональных фотографов. Дети могут гораздо более глубоко и тонко судить о многих вещах, чем взрослые. А самое главное, они это делают потому, что их взгляд не замылен. В их взгляде нету еще штампов и клише. Эти листья, они символизируют быстротечность бытия. Они говорят о том, что красота всегда мимолетная, и она очень быстро исчезает. И надо успеть ее увидеть до тех пор, пока она не исчезла. Тут история, стоящая за фотографией, конечно, едва ли не более значима, более интересна, более содержательна, нежели сама фотография. Ты должен быть готов к лишениям, к всевозможным, к холоду, к дождю, к ранним подъемам. Плюс нужны физические кондиции, что не всегда бывает. Поэтому они как раз заменяются именно мощным моральным духом. Глядя на эти фото, вспоминаешь о том, какие усилия человек должен прилагать для того, чтобы даже просто нормально жить.
Да, не говоря уже о таком вот экстремальном занятии, как фотографирование дикой природы в диких условиях. Это люди, которые знают с самого начала своей жизни, что это жизнь не подарок. Они знают, что жизнь – это усилие, что жизнь – это борьба. И борьба, и усилия могут быть только осознанными. Уровень осознания окружающей действительности у таких детей, у таких людей значительно выше, чем у людей, которые ничем не обделены и обществом называются и признаются нормальными. Иногда поражаешься тому, насколько человек физически ограниченный, насколько он духовно сильнее тебя. В наших экспедициях всегда находятся дети как с инвалидностью, так и дети из обычных семей. И самое важное то, что такие поездки полезны как для одних, так и для других. Все эти программы социализации – это, конечно, едва ли не самая важная вещь в жизни. Big Magic! Перевести, что я сказал? Или вы поняли? Большое волшебство. Давай, Слава, шашну, я очень боялась. И съешь, то, что увидишь новое. Сложно описать это все одним словом. Нас заливал дождь, поглощал туман, и мы совсем справлялись, проходили все промокшие, но очень довольные, с множеством классных снимков. Это было очень страшно упасть, потому что понимаешь, что если упадешь, то полетишь вниз и, скорее всего, разобьешь себе колени. Это было очень интересно, очень захватывающе и страшно. Все-таки интересно. Я думаю, что именно такие проекты, вот социальные проекты, в данном случае с детьми, я думаю, вдохновят многих на то, чтобы все-таки решиться встать с кровати или со стула, купить или взять свой старый фотоаппарат и двинуться в путешествие, чтобы открыть для себя новые красоты природы. С такими людьми хочется общаться, хочется с ними быть рядом. Ходить в экспедицию, летать, ездить и так далее, потому что от них можно зарядиться вот этой волей к победе. Я против разделения людей на нормальных и ненормальных, обычных и необычных, простых и непростых. Это фотографии подростков, которые обществом считаются людьми с особенностями, и за счет этих особенностей им не дается что-то дополнительное в этой жизни, а скорее у них отнимаются какие-то возможности. Но они на это не согласны, и они хотят совершать вещи, на которые так называемые нормальные люди, наверное, многие из них бы не отважились, а у многих и не получилось бы, даже если бы отважились. За каждой из этих фотографий стоит чрезвычайно интересная, драматичная, но очень какая-то победительная история.